Всем приветик! С вами Ирина Маркелова-Агапова. И я сегодня вам буду рассказывать о таком замечательном сервисе, как Blockchain Partners. Итак, давайте зарегистрируемся и посмотрим, что же это такое. Смотрим, что это за сервис. Здесь вы можете на главной сайте посмотреть видеопрезентацию для продвижения своего бренда. Вот я рассматриваю в первую очередь не как заработок, а сервис номер один для продвижения своего бренда. Чем больше вас знают людей, тем больше людей идут в ваш бизнес. Узнаваемость – это прежде всего. Вот когда со мной связываются бизнес-партнеры, которые хотят меня куда-нибудь позвать, они говорят: «А, Ирина Агапова, да, я такую знаю». Итак, мы нажали кнопочку «Регистрация», я уже регистрацию прошла, и теперь я уже авторизовалась. Нажимаем «Профиль» и заполняем свой личный профиль. Дата рождения, имя, фамилия, ваше предложение, ссылка на предложение, пол, страна, город, Skype, телефон, Telegram, аккаунт Perfect Money. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Далее вы должны привязать соцсети. Задаем обязательно платежный пароль. Нажимаем вот сюда. Внимательно вводите и записывайте платежный пароль и кодовое слово. Восстановить их невозможно. И кодовое слово чувствительно к регистру символов. Здесь новый пароль. Повторяем пароль. Секретный вопрос, секретный ответ и задание. То есть сначала мы создаем платежный пароль, а потом уже вводим в личном профиле, ну вот, все, что по списку идет. Нажимаем «Сохранить». Дальше привязка и удаление соцсетей находится в разделе «Ротатор». Нажимаем «Изменить фото», хотя надо добавить нам фото. И ищем вашу фотографию. Нажимаем на плюсик, выбираем файл и загружаем. Нажимаем «Сохранить». Все, фото у меня встало. Привязываем свои социальные сети. Нажимаем «Ротатор». «Привязать». Нажимаем и привязываем соцсеть ВКонтакте. Разрешаем доступ. И требуется прохождение первой ротации. Ротация ВКонтакте. 20 человек нам надо добавить. Нажимаем «Добавить контакт». И так добавляем 20 человек. Нажимаем «Следующий контакт». И так 20 человек. Для верификации своего аккаунта надо привязать хотя бы две социальные сети. ВК у меня уже привязано. Теперь я буду привязывать Инстаграм. Инстаграм является почти самой популярной соцсетью. Даже не почти, а первая по популярности соцсеть. Продолжаем. И проходим ротацию. Также добавить контакт. И проходим всех. Жмем подписаться. Закрываем окошечко. Следующий. Нажимаете «Начать проверку». Вот эти вот контакты добавлены. И следующий, следующий и так далее, пока всех не пройдете. Все, все контакты у меня добавлены. Это 10 контактов. И нажимаем кнопочку «Продолжить». У меня привязано теперь два аккаунта. Это ВК и Инстаграм. Можно привязать еще Facebook, но у меня там уже 5000 друзей. Давайте теперь посмотрим, что дает реферальная программа сервиса. Первая линия вознаграждения, вот тут пакеты, бесплатный пакет, $15, 30 и 50. Линия вознаграждения здесь 20%, 20 и 20. Вторая линия 7, 7, 7, третья 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4 и так далее. То есть на $15 5 линий вознаграждения. Смотрите, что дают купленные пакеты. Пакет за $15. Авторотацию вы проходите. То есть вам не надо проходить авторотацию. Люди проходят и вас добавляют за $15. Автоподъем в ленте постов один раз. Автоподъем ролика в VIP-ленте один раз. Все это автодобавление в ленту предложений. Топ-предложение. Про линию вознаграждений я уже рассказала. За $30 экономим 24%. Ротация автоматическая. Автоподъем в ленте постов 100 раз. Автоподъем роликов в VIP-ленте 50 раз. Автодобавление в ленту предложений 200 раз.
топ-предложения на 5 дней и линии вознаграждения. За $50 авторотация, экономия 35%, автоподъем в ленте постов 300 раз, автоподъем роликов в вип-ленте 150 раз, автодобавление в ленту предложений 500 раз, топ-предложения 10 дней и линии вознаграждений 10 линий вознаграждений. Я буду покупать за $30 на 1 месяц. Нажимаем «Купить». Для этого нам надо пополнить баланс. Нажимаем $30. Сумму вводим $30. Посмотрим, какие платежные системы есть. Только Perfect Money и Coin. Значит, у меня вот на Perfect сейчас нет денег. Значит, мы идем в мониторинг обменников Best Change и ищем обменник. Буду я менять Яндекс.Деньги, выбираю, а здесь выбираем Perfect Money USD. Яндекс.Деньги, здесь пишем номер счета Яндекс, здесь пишем номер счета Perfect. И пишем, сумма мне нужна $31 на всякий случай, если вдруг при пополнении будет комиссия. Здесь пишем личные данные, фамилия, имя, отчество, email, телефон, нажимаем обменять. Нажимаем «Перейти к оплате» и оплачиваем. Все, денежки я обменяла, они у меня на перфекте. Теперь нажимаем «Пополнить баланс», здесь выбираем «Perfect Money». Нажимаем «Оплатить». Платеж успешно совершен, на балансе у меня $30. Теперь мы будем покупать пакет. Нажимаем «Купить пакет» и нажимаем вот сюда. Выбираем «Купить». Все. Теперь добавляем свое предложение. Вот мое предложение. Можно его редактировать. Текущий оффер. Вы можете его редактировать. Выбрать соцсеть ВК и нажимаем разместить. Посмотрим, что у нас получилось. Вот она я. Нажмем автодобавление. Здесь вы можете включить автопокупка пакетов. Лента предложений. Включить автодобавление. Вот 30 минут, 1 час, 3 часа. Расписание работы с чего там до чего. У меня осталось 400 показов. Можете докупить показы. Здесь лента роликов. Тоже 30 минут, 1 час и так далее. Расписание работы с какого по какое. И у меня 100 показов. Можете докупить показы. И также лента постов. Я разместила свое топ-предложение, которое будет вот здесь вот отображаться. Вот мои соцсети. Как это делается? Разместить объявление. Вот здесь вот вы выбираете. Здесь пишите текст сообщения, свою ссылочку и нажимаете «Создать». А здесь выбираете, сколько дней. Я выбрала неделю. Вот здесь вверху будет отображаться ваша команда, кто зарегистрировался, сколько пользователей в структуре, сколько оплаченных и командный оборот. На этом я заканчиваю, и моя реферальная ссылочка будет под этим видео. Всем пока!